На Амурском бульваре свое первое в автожизни ДТП отметили начинающие водители, владельцы Toyota Auris и Nissan Sunny. Последний, молодой человек с двухлетним стажем вождения, ехал по бульвару в сторону Амура и, задумавшись о своем, совершенно забыл посмотреть, свободна ли главная дорога. По ней, беззаботно, уверенная в своей безопасности, вела свою Toyota автолюбительница с полугодовым опытом. Ехал, загруженный своими проблемами. Когда увидел, что не пропустил машину, начал тормозить, а было уже поздно. Хоть опыт хабаровчанки в делах дорожных невелик, она четко представляла, что имеет на этом перекрестке приоритет. А потому была невероятно сдержана. Тем более свою оплошность молодой человек признавал и от ответа за ошибку не отказывался. Я еду по главной дороге, меня не пропустили, все. Покинуть место аварии своим ходом сможет только виновник столкновения. Дамскую Toyota придется транспортировать при помощи эвакуатора. С ОСАГО все оказалось в порядке. Расходы по восстановлению Ауриса возьмет на себя страховая компания. Пострадавших в ДТП нет. С места происшествия Мария Склярова и Андрей Алферов.